Приветик всем! Сегодня я делаю ревью на замечательный продукт от компании Avon Planet Spa. Вот такой питательный крем сокровища Мертвого моря. Мне очень порадовал этот продукт. Вот такая замечательная упаковка. Очень мне нравится. Безумно удивил меня. Это средство удивило меня. Конечно, открывать его не так легко. Но, в принципе, для меня нет особого труда. Вот так он открывается. Вот так выглядит сам продукт. Очень нравится его безумно приятный аромат, напоминает туалетную водичку, мужскую такую вообще Planet Spa, очень мне нравится эта серия, довольна я этой продукцией, действительно продукты работают, они увлажняют, питают, вот такая вот текстура, достаточно легкая, достаточно приятная, не оставляет никакой пленки. Очень легкий такой питательный крем. Он даже такой вот, как вам сказать, легкий, такой маслянистый. Очень нравится. Вот я его использовала совсем чуть-чуть. Использую 1-2 раза в неделю. Запах остается в течение нескольких часов. Кто любит вот такие вот мужские туалетные водички, да, вот такие вот ароматы. Такие приятные, свежие, сексуальные, манящие. Вот тому безумно понравится. И сам действительно крем, он очень хорошо питает, то есть пленки не оставляет, впитывается мгновенно. Очень приятно, мне нравится, что держится аромат в течение нескольких часов. Я наношу его на ночь. И в течение ночи, то есть я ощущаю этот аромат, если я там просыпаюсь попить водички, да, и так далее. То есть я ощущаю этот аромат на себе, очень мне нравится. Использовать его можно каждый день. То есть замечательный продукт, 200 миллиграмм. Вообще продукция Planet Spa в компании Avon, просто замечательные продукты, маски, сыворотки для лица, всевозможные гели для глаз, кремы для тела, очень мне нравится, я люблю эту продукцию, буду покупать снова и снова, еще есть такой крем африканское масло ши, но этот мне безумно понравился и прекрасный дизайн, вот такая коробочка замечательная, да, крышечка закрывается и сам продукт замечательный. Хотелось бы, чтобы еще производители, да, компания Avon подумала над продукцией по уходу за лицом. Именно хотелось бы видеть в таких коробочках кремы для лица, может быть, даже чуть-чуть меньше формата, но дневные, вечерние было бы, конечно же, здорово, с различными ароматами. Вот как и маски для лица идут, так бы хотелось видеть такие кремы, какие-то очищающие средства, пенки, гели, очень бы хотелось. Еще, возможно, придумали бы кремы для рук побольше бы, с такими же ароматами великолепными. Мне понравился этот продукт, буду покупать снова и снова. В общем, советую вам этот продукт приобрести, попробовать, вы не пожалеете. Всем пока!